Итак, друзья мои, ну вот мы и подобрались к легендарным сундукам. Ну что ж, давайте попробуем пару игр отыграть. Не уверен, конечно, что получится, но три раза я проиграл, вот пока шел до легендарных сундуков. Как-то так. Вот, да, мой прокачанный. Прокачанный криндель. Давайте попробуем сразу от него избавиться. Так, будем здоровьем тогда глушить. Он нам решил тут вендетту такую вот своеобразную устроить. Посмотрим, что получится. Немоту он отдал. Это радует. Крыса. Блять, вот. Тогда давайте так попробуем. В принципе, немота отдана. Все, хилки закончились. Посмотрим. Ну, на руны встал. Частично. Ну и понятно. Ну, давайте поищем. Поищем, найдем, да. Либо можно от этого сыграть. Так, ну сейчас посмотрим, как лучше. 120 мы по-любому получаем. Наверное, даже вот так вот будет получше сыграть. Кристалл пришел, это хорошо. Можно сейчас будет кристалл поставить. Можно сейчас кристалл поставить. Сейчас посмотрим, что он будет выставлять. Немота сейчас может прийти легко вообще. Давайте этот ряд тогда заполнять уже. Все, здесь мы разобрались совсем. Здесь оно умрет. Да, единственное, что руну он накидал, конечно, неплохо. Но посмотрим, что мы с этим сможем сделать. С этими самыми рунами. Угу, девочка вышла. Вот такая вот. Здесь надо ее гасить. Стараться, в этом случае. Угу, дракончик. Мы просто прикроемся тогда. Просто тогда прикроемся пока что. Сейчас можно будет попробовать поставить летуна. Попадем, не попадем, не знаю, но пробовать надо. Так, кстати, летуна можно поставить вот сюда. Отлично. Загасили башню. Башню загасили, девочку загасили, это хорошо. 212 у него стоит хп. Изумруды я еще не тратил. Изумруды я еще не тратил. Но здесь чисто на атаку тогда берем. Ну и все, побеждаем. Каджакс побежден.
Первый легендарный сундучок наш. 84 карточки. Туда. Ну, Минотавр дал. Хорошо, нам нужно его 900, чтобы поднять на 16. Нам нужно 900. Поехали дальше, попробуем. Ну, дальше должно быть уже совсем сложно, и вряд ли мне удастся с халявных попыток прям сходу его окучить. Так, давайте с летающего начнем. Попробуем. Попробуем, что из этого выйдет. Ну, вот такого он летуна ставит. В принципе, можно заморозку даже выпустить. Ухшай будет. Да, эта девочка неприятная, она бабла раздавала, то есть мы ее убили. Хорошо, Цезарь нам пришел. Сейчас можно поставить Цезаря. Посмотрим, что он будет делать. Саву ставит, отлично. Ставим тогда сейчас Цезаря. И, наверное, даже будет лучше Конфуция поставить, мне так кажется. Ну, сейчас посмотрим, может быть, и Огрока можно будет отдать. По здоровью, в принципе, неплохо. Можно попытаться. Либо Конфуция. Либо отдавать Конфуция. Блин, и Стрик, и Огр, и Конфуция, все хороши. Но Конфуция не получит ни маты, давайте попробуем пока Конфуция отдать. Посмотрим, опять же. Может, он нас сейчас Конфуция просто с первого хода вынесет. Да, понятно. Блин, еще. Его мы сможем этим снять, в принципе, диплюсом сейчас. Либо, опять же, своего выпустить. Если он кого-то рядом поставит, ну, не рядом, но нормально. Все, с башней мы расправились. У нас летающий есть, это хорошо. Он еще камни не ставил. Угу. Ну, блин, сейчас это поставишь. И он поставит немоту. Так, давайте пока акулу выпустим. Дадим им атаки. Я даже не знаю. Ну, давайте девочку поставим. В принципе, она сама умрет. Неплохо. Даже если он сейчас кинет немоту, все равно неплохо. Да, немоту он кидает. Можно легендарки сейчас будет поперебирать немножко. Ну хорошо, на руны встали две штуки. На руны встали две штуки. Ага, и вот такая. Ну неплохо. 54 ему влетает. В принципе, можно сейчас вообще ее поставить. Тоже будет неплохо. Она дает, снимает негативные эффекты. То есть можно здесь будет что-то попридумывать. Так, это умирает. Два камня на добитие стоят. Плюс Цезарь раздает баблы, что очень даже хорошо, скажем прямо. Так, в конце хода накладывает промах. Это хорошо, что накладывает промах. Да, мы сейчас его обратно выхилим, конечно, но с этим мы здесь уже разобрались. Все, на ней висит промах, она стоит на руне. Правда, у нас весь стол забит. То есть мы сейчас будем играть только тем, что, грубо говоря, падает. Да? Все, отлично, слили мы его. Это умирает. Все, то есть его легендарка не сработала от слова совсем. То, что он ба выставил. Так, а вот эти мрут, там их не надо трогать. Пусть они дальше плодятся и размножаются. Пропускаем ход. Начинаем дамажить потихонечку.
Если он сейчас убьет, ну ему же хуже. А, ну вот так вот он решил. Хорошо. Так, ну тогда ничего пока не делаем. Все, от Летуни мы избавились. Камень мы последний убили. Здесь он сейчас выпустит наряд, но двое, два ряда умрут как бы. Вот, два ряда умирают. Он кидает нам быстрые смерти. Ну, здесь мы сейчас сами с ними расправимся. Так, пропускаем ход опять же. Ну, он сейчас первый ряд должен постоянно контролить. Постоянно должен контролить первый ряд, потому что там для него смерть в виде Лотрикс. Единственное, что он сейчас может поставить, это, блин, тотем в Анакаури. Вот это будет, конечно, обидно. Мы до хренища урона получим. Нет, он тотем не ставит. Тотем он не ставит. Нам некого сейчас выпускать. На всех баблы висят. Но нам хватает урона, и мы его добиваем. Ну, в принципе, вот очень сильно Цезарь помог здесь. Очень сильно Цезарь помог. И урона он неплохо нанес. И подамажили как бы нормально мы. Так, 127 карточек еще получаем. Ну, Дискордия как раз на 15 уровень можно будет ее воткнуть. Что у нас там дальше? Кто у нас, точнее, там дальше? Солидмен? Нет, смотрите-ка, какой-то китаец. Ну, это тоже мало несет нам приятной нагрузки. Посмотрим, что он сейчас будет ставить. Он сейчас по-любому будет прятать кого-то. Да, он прячет Драгару как раз. Камушки у нас не то чтобы идеально встают. Ну, сносим укрытие и получим все-таки одну руну. Пока у меня одну руну он дает, да. На следующем, там, на 16-м, по-моему, уровне он будет давать по две руны. Ну, здесь нам тяжеловастенько уже будет. Здесь нам уже будет тяжеловастенько. Как бы мы прикрылись, он умрет, но опять же это мало что даст. Угу, Мушу. Так, ну что, можно попробовать одну руну смерти, в принципе, снять, да? Потому что минус одну единицу атаки он все равно ему оставит, но здесь будет, конечно, крайне неприятно нам. Да, мы тем более единицу не поставили, это плохо. Ну, можно сейчас будет закрыться тотемом с одной стороны. Просто немоту нам кидать особо не на кого, а девочку это надо сливать. То есть можно, бля, тут низу, ну, что иметь. Да. Тут Мизу пришла. Притом такая не кислая Мизу, прямо скажем. И что нам тут делать? А нечего делать. Можно было, конечно, немоту поискать, но что нам сейчас даст немота? В принципе, все клетки и так низу забиты. Напрочь. Это нам ничего не дает. Ну, просто закрываться от низу надо. Тут деваться-то особо некуда. Это отлечивается постоянно. Почему она, кстати, отлечивается? Я что-то понять не могу. При появлении союзника получает плюс 17. Может, 3-14 и шипы. Ну, нет, здесь нам, к сожалению. Ну вот есть он, но уже все равно урона не хватает. Урона не хватает. Тем более там крыса на 181. Ну, вы понимаете все, да. Проигрываем мы здесь. Ну не знаю, изюм пока не вижу смысла тратить. Так что пока все. Потом продолжим прохождение.
принципе, 4 нам победы осталось сделать. Так что пока что башня для меня закончена. Все, потом продолжим. I gave you all I own, put you on a scroll.
Итак, друзья мои, мы продолжаем темную башню. Есть там у меня одна победка, выложу я ее в Телеграме. Ну а сегодня у нас среда и продолжаем потихонечку. Поехали, пробуем, как оно пойдет. Так, попадается нам вот такой вот крендель. Ну, 51 тысяча, по идее, вообще адекватно как бы. Блок у него, правда, большой, но ничего. Стараемся прорваться. Если что, не совсем, конечно, удачно. Ну, ладно. Стоит он на блоке, к сожалению, а этот стоит не на руне. И вот что сейчас делать, хрен его знает. Блин, еще и встали, отвратительно встали, просто отвратительно. О, еще и Грейс. Ну, вообще шикарно. Ну, просто шикарно. Вот что я здесь должен сделать? Ну, здесь если только вот от двоих мы можем играть. Если попадем в них, то нормально. Попали, но она на блоке, и у нее, по-моему, 7 атак. Да, 7 дополнительных атак. Соответственно, мы здесь вылетаем и проигрываем. Ну а иначе никак было не сыграть. Можно было, может, попытаться что-то найти, но там и стрик не помогал на самом деле. Так что быстренько мы сираем эту партию. Двойные монеты я сейчас тратить не буду. Запись будет идти постоянно, то есть в течение недели буду записывать потихонечку. Посмотрим, может двойных рун хотя бы раскидает. Может быть двойных рун хотя бы одну-две раскидает. Ну одну, да. Нет, две. Все правильно. Так, этот тоже стоит на руне. Надо легендарку ждать, чтобы их сносить, собственно говоря. Так, вон у нас промах на одного случайного врага. Так, мы опять начинаем выхватывать, однако. Кстати. Можно сыграть вот так же. Здесь этого он убивает, конечно, но стоит не на руне. Он стоит не на руне. А вот этот стоит на руне. Соответственно, можно... Вообще вот так сейчас попробовать сыграть. Ну и сейчас посмотрим, кого можно выпустить. Блин, заморозил. Заморозил — это плохо. Так, давайте поменяем легендарки. Так, давайте еще разок поменяем. Блин, я по 75 ворую. То есть мы здесь заморозку не получим.
Давайте так попробуем. Да, мы как бы, конечно, скинули дохренище, но... Так. Давайте так, наверное, тогда. Так, с этим мы расправились. Еще и кристалл нам пришел, Грэмори пришла, такой хороший наборчик-то. А, ему крыса пришла. Ему пришла крыса, но крыса стоит на руне. То есть, в принципе, наверное, сейчас лучше даже Грэмори будет выпустить. Отлично, проклятие ушло. Нам бы кем атаку бы кому-нибудь дать, это было бы неплохо. Тут летунов, либо такого, вот, кстати, можно такого выпустить, он даст перерождение хаосу, то бишь он даст перерождение Грэмори. Ну, здесь мы, в принципе, должны уже побеждать, как бы, как мне кажется. Да, побеждаем мы. Ну, башня объективно башня стала полегче. То есть противники попадаются хотя бы нашего уровня все-таки. Наконец-то они, блин, хоть как-то балансир немножечко изменили. 510 друида. У меня друида сейчас получается 1700. Ну, нормально. 510 друида. Мелочи приятно. Так, ну что, идем дальше, да? Осталось нам две победки одержать. Не уверен, что прям сегодня я их сделаю, но будем стараться. Сейчас третий ход, и как бы ее тоже хрен поставишь нормально. Блин, ни одного стрелка. Вообще ни одного стрелка, вы прикалываетесь? О, спасибо. Так и то не убиваем бы. И то не убиваем. Угу. Пошла немота. Кристалл, кстати, пришел. Можно, наверное, даже будет юзануть. Блин, крыса. А, ну крыса умрет. Окей. Крыса, окей, умрет. Давайте поставим кристалл. Порядка, правда, пока у него нет. Ну, блин, должен же он какой-то порядок-то выставить все-таки, наверное. Вот Огрок пришел. Пришел Вилана. Можно похилиться. Пришел Крокодил. Он здоровье украдет. Ой, умрет, убьет сразу. Но, наверное, все-таки здесь я возьму Огрока. Не знаю, тут попаду, не попаду. Но раненые есть. В основном случае, пока. Сколько мы там набрали блока? А, ну 116 блока мы набрали. Пока что нормально. Ай, блин, чуть-чуть цапануло. Нет, сейчас пока тратить не буду. Вот так вот сделаем. Еще блока набрали. Ну, в принципе, там Вилана пока что не пробиваем. Если, конечно, сейчас какая-нибудь немота не придет. Если немота придет, это будет грустно. Понятно. Это не совсем как-то страшно. Но, блин, порядка вообще у него нет. Вот как будто порядок отсутствует нахрен. Просто. Так, ну давайте пока тот ряд тогда трогать не будем. Вот так вот сделаем. Так, это сама умрет. Да, мы 271 получим харю.
305 мы даже получим. Давайте так вот сыграем. Да, 305 мы получаем. У него камни еще есть, не забываем об этом. Есть камушки еще, а у нас больше смен нету. Ну, его теперь только с немотой можно пробить, огрока, соответственно. Сова, ну, сова не страшная, опять же. Так, а он у нас при смерти наносит варлорду и в начале хода дает плюс 6 случайному союзнику за каждого врага. Так, ну, что здесь можно? Ну, можно вот так вот сделать, чтобы от врагов избавиться, в принципе. 500, 50, ну да, победили мы. Победили, огрок прикрыл кристалл и получилось у нас все нормально. Огрок прикрыл кристалл и все у нас пошло нормуль. Так, двойного друида было, может еще что двойное? Нет, дали нам 465 санты. И, соответственно, на 635 карточек игра. Посмотрим, посмотрим. Так, Клен, этого я помню. Он играет в пятой лиге, со мной, в самом случае, не раз играл. Посмотрим, что он сейчас будет делать. Непонятно. Давайте сделаем так. Начнем с эпиков. Понятно. Так, этот у нас дает кровотечение и плюс имеет перерождение, но он стоит на руне. Тогда, наверное, вообще проще вот так вот сыграть пока что. Тоже, конечно, вот эти вот камушки, вот лучше бы он вот этот убил камень, он как бы мне мешает просто. Ладно, от этого мы избавились. Ну, сейчас он вот сюда поставит стопудово. Ну, блядь, и полностью мне вышибает он ряд. Вообще полностью. Ладно, хотя бы там мы разбираемся. Здесь я даже не знаю. Хорошо, можно либо так, либо Энлиль. Мбастед здесь вообще не заходит. Так мы чистим ряд полностью. Это у нас Цукамагами, блин. Цукамагами пока заморожен, но в последующем он нам доставит проблем. Есть Фредди. Можно ядами его замучить, да? Блин, Фредди, мы акул убиваем. Плюс я наношу 41. Мы убиваем акул. Так, давайте пока вот так вот сыграем. Цукамагами мы сейчас сможем подморозить, либо летуна выпустить. Как-то так. Наверное, даже летуна мы выпустим. Можно еще Флосса сейчас будет поставить. Либо Капитана Моргана, потому что он кого-то будет... Хотя Капитана Моргана нельзя. Он тогда будет атаку стакать. Давайте еще раз поменяем. Блин, тут и Флапа можно, и... Александрию можно. Давайте все-таки, наверное, это... Блин, а... Вот я идиот-то, а! Она ж промах имеет. Блин, она по нему промахиваться будет. Ой, дурак. Ой, дурак. Ну, тогда надо сейчас здесь закрываться, как по мере сил. Так, ладно, от этих мы избавились. Угу, поединичит.
Так, ну благо, в принципе, пока мы можем так поиграть. Закрыться. Главное, чтобы она не этого выбила. Пока живем. Пока живем. Угу. Начал выбивать потихоньку мушу моих. Отлично, в кристалл ушло. Ушло в кристалл. Потихонечку продолжаем его протравливать. Ну, конечно, такое себе. Угу. Это не страшно абсолютно. Это абсолютно не страшно. Ну, осталось вот у него на пятнашечку. Здоровье он не стакает пока что. Так, понятно. Так, здесь мы убиваем. Соответственно, нам нужен сейчас какой-нибудь стрелок. Потому что там мы снимаем эти камни. Все, отлично, убили. Блин, ну с ним было на самом деле совсем непросто. И ее бить он, не знаю, будет, не будет. Как бы у нее и урона много, и ударить он ее прямо сейчас не может. То есть тут дело такое. А, вот так вот. Убили. Нормально. И баблы получили. И баблы получили. Ну, такая тоже партия, блин. Не самая, скажем так, простая. Вот, снимает он баблы все наши. Так, давайте сюда дерево поставим. Немножко атаки дадим. Ну, в принципе, все. Мы здесь победили. Ну, вот так вот закончили мы башню тьмы. Такие довольно интересные партии были на самом деле. Там и с телефона тоже я скину ее, озвучу. Тоже такая партийка была интересная. Там до 16 ходов, по-моему. Ну, 635 черепахи. То есть гонит он нас с черепахой. Ну, на 16 уровне будет исцелять. И 175 так. А при пробуждении, при смерти союзника природы будет получать 48. Такая, блин, она черепаха. Довольно узконаправленная. Ну что, ребятушки, вот. Прошли мы темную башню. Не могу сказать, что было прямо сложно. Балансы изменили, стало играть полегче, стали попадаться хотя бы противники, у которых мощь примерно равна твоей. А это довольно важно, потому что, ну извините, когда ты в башню заходишь и играешь с мощью человека, у которого 400 тысяч там, то это, блин, ну изначально это уже практически нереально. То есть там должен дикий заход должен произойти, чтобы вы победили, а у него не заход. И также при этом мы, соответственно, 4899. Это у нас по изумрудам будет 35 изумрудов. Ну давайте как бонусом откроем просто сундучок. Не буду я уже ждать, потратим 35 изумрудов. Может там что-то интересное упадет. Вот. Вот 4500 падает. Ну, больше изумруда я пока тратить не буду. Тогда копим дальше. Вот, в принципе, все, что хотел сказать и показать по темной башне. Ну, успехов вам, соответственно, теперь вам должно играться полегче. То есть здесь вы уже можете проиграть. У каждого практически, ну, даже при равной мощи есть некоторые легендарки, которые, ну, скажем так, перекачаны. То есть у меня вот, например, ну, для моей мощи понятно, что они там уже должны быть как, вроде как 4, там, 4 пробуждение. Ну, у меня пока 4 пробуждений нету. Но вот те же самые, там, 3 пробуждения на том же самом, например, слоне, слон может помочь, очень нехило помочь в той же самой башне. Очень нехило может помочь. То есть дело такое, на самом деле. Здесь... Ну, трудно сейчас пока рассуждать, это только первая башня, мы, в принципе, ее проскочили легко. Надеюсь, дальше будет так же, то есть будут интересные партии, но и будут также и поражения, конечно же. Потому что невозможно выигрывать, и все равно у противника может быть такой заход, что, ну, никуда ты не денешься. Вот. Ну, будем продолжать потихонечку, на этом я буду закругляться. Собственно говоря, башня пройдена, сегодня у нас среда, ну и прекрасно. Монеток, конечно, я получил
довольно мало. Может быть, теперь стоит действительно ждать двойные монеты, учитывая сложность башни. Может быть, даже стоит сжигать как-то попытки бесплатные и проходить чисто за монеты. Но они, опять же, могут быть, а могут и не быть. Ладно, друзья. Все, всем спасибо за просмотр. Ну и пока-пока, ребят. Пока, хорошего настроения.